на горизонте. Так называется новая выставка у Музея современного искусства. По словам ее автора Петра Белого, экспозиция представляет собой модель Вселенной особого свойства, только отчасти связанная с планетарностью, а в большей степени связанная с внутренним миром человека. Это рассказ о взаимоотношениях между глобальным и индивидуальным, явью и сном, о состоянии поиска надежды в безвыходной ситуации бытия. Экспозиция ведет зрителя от ранних проектов Белого, посвященных меланхолии урбанизма и поэтике окраин, к постепенному расширению тематики в более отстраненное, безадресное высказывание – глобальную тоску. В темных помещениях музея свет кажется драгоценностью. Мерцание отражений, светящиеся сферы и глубокие тени превращают выставку в метафизическое пространство путешествия в ночи, где единственным ориентиром становится далекая точка на горизонте. Дом художника вносит свою лепту в изучение мира урбанистики и предлагает нашему вниманию выставку «Индустриальный Пермский край». В 90-е годы индустриальная тема в искусстве оказалась отодвинутой на задворке общественного интереса. Новая экспозиция тему труда реабилитирует. И хотя выставка носит комплементарный характер по отношению к промышленному Уралу, демонстрируя его силу и мощь, но вместе с тем не снимает нарастающей тревожности. Индустриальный объект становится темой для размышления, критического отношения художника к вытеснению природного. Каждый такой пейзаж – философская концепция бытия. И конкретный вопрос, обращенный к зрителю, что же нас ждет в ближайшем будущем. Если вы, наконец, подустали от экспозиции, перегруженных перепостмодернизмом, и хотите, наконец, очутиться в мире, откуда были изгнаны еще в подростковом возрасте, киноцентр «Премьер» вернет вас в прекрасное далеко. В кинотеатре экспонируется выставка «Сказки, рассказанные детьми», составленная из детских рисунков творческой мастерской «Крылья». Авторы работ – дети от 5 до 12 лет. Герои рисунков – персонажи русских народных сказок. Баба-Яга и Кощей Бессмертный, Василиса Премудрая и Иван-Царевич, Змей Горыныч и Богатыри. Работы юных художников сопровождаются текстами авторских рассказов о сказочных героях картин. Выставка посвящается Дню защиты детей и продлится до 26 июня. Крушение предотвратить невозможно? Нет. Спасти людей? Не получается. Ну а теперь сказка для взрослых. В афише киноцентра свежий фильм от автора «Ночного и дневного дозоров». «Черновик» — это история о талантливом дизайнере компьютерных игр, который в один прекрасный день оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Молодой человек узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во вселенной десятки. Сможет ли он разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля всего лишь воображаемый черновик, параллельный мир, которого в реальности не существует? Особенная музыка и требует особенной обстановки. Такое заявление делает частная филармония «Триумф», а заодно объявляет об открытии нового концертного формата «Jazz One». Первый вечер в формате «Jazz One» состоится 3 июня. Это концерт немецко-российского джазового трио «Inside Out». Его участники – вокалистка и автор оригинальных композиций Михаэла Штайнхауэр, пианист Роман Столяр и саксофонист Антон Котиков. В программу войдут композиции из недавно записанного музыкантами альбома «Chances and Choices». Не упускайте свой шанс провести выходные увлекательно, иначе будни вам этого не простят. Все, что вы сегодня...